И чего это мы опаздываем? Просто интернет не работал, не могла за такси перевести. Саш, видела эти рецепты скинула? Да блин, я не могу посмотреть, у меня интернета нет. Саш, а? Ну ты молодец. В смысле? Тебе такой комментарий написали, а ты не удаляешь. А что там написано-то? Саш, а ты что, не летишь с нами на отдых? На отдых? Ну да, я ж тебе скидывал. Там трех друзей отмечаешь, скидка 50%. Блин, да как так-то? Коллеги, минуточку внимания. С каждого мне по лайку. А никто не может мне Wi-Fi раздать, а то у меня интернета нет. Нет интернета? Значит, нет лайков. Вы уволены. Без интернета, позор, 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 позор. Слава богу, интернет работает. Ну и приснится же кошмар. Я привыкла, уже 3 года живу, одна меня никто не контролирует. А вы все хотите меня контролировать, а я не... Мы хотим из себя человека делать. Женщину хорошую, грамотную, умную, работящую, любящую. Так я любящая, но не работящая. Вот. Москва меня, короче, испортила. Испортила тебя Москва. Чтобы поживи в бабушке... У мамы недельки 2. Научись прибираться, научись готовить. За 2 недели? Научись в магазин ходить. 2 недели можно научиться, если под жестоким контролем. Вставай в одно время. Примерно для тебя для каникул можешь 9. Бабушка. Да? Так как мужа найду, так стану домашней. Пока не нашла никого, так что, гуляй не хочу? Я думаю, ты мужа найдешь, все на него навалишь, слабуешь, заводочки чистить. Сегодня наконец-то в клуб с девчонками. Доча? Вот тебе тряпка. Уборку наведи. Мам, я сегодня вообще-то в клуб иду. Будешь дергаться там почем зря. Здесь хоть с пользой время проведешь. Ты в клубе так же двигаешься. Вот теперь понятно, почему тебя парня нет. В клубе вообще-то музыка. Музыка? А? Зажигай! Все. Как раз вовремя. Вовремя что? Ужин готовить. Ага. А ну-ка давай все движение руками. Побольше, побольше. А, я поняла. Музыка. Мама, пожалуйста, нет. Пожалуйста, я хочу в тишине поготовить. Мам, пожалуйста. Поздно, я уже настроилась. Ну все. Можешь клуб идти. Мам, какой клуб? Я ни ног, ни рук не чувствую. А давай я схожу. Там Егор Крид выступает. Ты его не знаешь. Я Егора не знаю. Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама. О, здравствуйте. Здравствуйте. Мама, знакомься, это Антон. А где Виталик? Вчера же Виталик был. Мама, ты просто в следующий раз им бейджики вешай, чтобы я не путала. Антон, да? Тортик к чаю хотите? О, давайте. Так сходите, купите. Мама. Что, мама, хватит с бедными встречаться. Антон вообще-то адвокатом будет. Доча, держись за Антона. Может, поможет дяде Коле из тюрьмы пораньше выйти. Порешаем. Порешаем. Я тут посмотрела вашу страницу в Инстаграме. Вы там стоите с шикарной девушкой. Это кто? Ваша сестра? Это ее мама. Так, надо с собой тоже заняться. Антон, что вы пьете? Он не пьет. Закодирован. Мам, ну просто человек не пьет. Скучно нам с вами будет, Антон! Мам, ну человек-то хороший. Ну, классно, да? Ты опять телевизор смотришь? Ты все время телевизор смотришь? Я стираю, убираю, готовлю. Я устал. Не успеешь с работы прийти, сразу телек смотришь.
Саш, это что такое? Объясни мне, пожалуйста. Каждый вибратор разбрасываешь. На, ложи в шкаф. Не ложи, клади. Ты меня еще учить будешь? Саш, это что такое? Я не пойму. Ты опять всяких блогеров лайкаешь? Всяких мужиков? Что тебе в них нравится, я не пойму. Отпишись, хватит лайкать, подписывайся еще. Я не буду от них отписываться. Значит, ты меня не любишь, раз не хочешь отписываться от них. Да сколько можно еще еду таскать? Ты же, дорогая. Это все, что ли? Это ты готовил 2 часа? А что ты еще хотела? Водочку я... Водочки нет. А я была готова к этому, а? Ты опять водку со шкафа достал? Что такое, воскресенье же? Не 8 марта же, в конце концов. Проваливай. Вот и пойду. Давай. Домой. А-а-а. К маме. И что, ты меня даже останавливать не будешь? Саня, я дома. Так, явился наконец. Где ты был? Что ты ел? Почему ты там сидел? Не звонил, не писал, хотя в онлайне ты бывал. Кому ты лайк поставил там, ведь это не твоя сестра. Ты обещал вернуться в 10. А уже 10:25. И где ты пропадал опять? За это время ты поставил 13 лайков в Инстаграме. Ну что, мне дальше продолжать? Сейчас за каждый лайк мы будем выяснять. Я устал, хочу спать, ничего не буду выяснять. Так, сейчас Антона разыграем. Антон, между нами уже давным-давно умерла любовь. Мне надоело твое равнодушие. Я ухожу от тебя. Ça va pas dans ta tête. J'suis pas le temps de chialer. J't'ai payé ma tête. Алло? Алена, привет. Прикинь, она сама от меня ушла. Теперь мы наконец-то можем быть вместе. Все, я еду к тебе, любимая, скоро буду. Ты дурочка моя любимая. В следующий раз, когда будешь меня разыгрывать, убедись, что у тебя ноги из-под кровати не торчат. Ушел в магазин. Скоро буду. Люблю. Приколоться он надо мной решил. Саня, у меня для тебя сюрприз. Ваша любимая пивнуха с пацанами закрывается? Я купил на путевку в Турцию. Вылет уже завтра. Так что же раньше-то молчал? Так, Антон, дорожку помоги мне уложить. Да куда я его? Да в смысле куда? Я еще в аэропорту успею побегать. Антон, я забыла. Что еще? Кроксы, в них там удобно гулять будет. Скажите, молодец. Вот тебе, вот мне. Надевай сразу, в них и поедем. Блин, я же и не сказал, что мы всего на 3 дня едем. Да какая разница, хоть на день. Фоток-то и наделаю на месяц вперед. Вот девки обзавидуются. А я всегда знаю, что я смышленная.